наш музей велит жить в Куречному, но общалия в пирамидоре. Луи, чудовища, меши машина, юбки штампы вдай, Луи. Спасибо большое. Слово для открытия фестиваля предоставляется начальнику управления культуры, межнациональных отношений и туризма администрации Алнашского района Наталье Васильевне Антоновой. Приветствуем! Дідь Буреш, Гажанолу Кемкунос, Гажанол наш Йос. Добрый день, дорогие наши гости, наши алнашские жители. Я от администрации Алнашского района, от управления культуры всех вас приветствую на нашей алнашской доброжелательной земле. И не просто на алнашской земле. Сегодня вы, мы с вами, самые первые участники и гости на территории нашего проекта «Усадьба Тракая». Вы первопроходцы, поэтому в добрый путь нашему проекту, чтобы эта наша площадка никогда не пустовала, чтобы вся здесь была многолюдна и приносила хорошие результаты для Алнашского района. Дорогие друзья, наша территория – усадьба Тракая. Кто такой Тракай, знаете? Трофим Кузьмич Борисов. Вы многие еще его не знаете, но поэтому сегодня каждый из вас должен посетить старую школу, где учился Тракай. А кто такой, там вам все расскажут. Мы должны знать о нем, потому что это один из основателей Удмуртской республики. Поэтому там очень интересно. Там пройдут сегодня наши работники урок в старой школе. Очень интересно, я думаю, вам всем понравится. Вообще наш проект «Территория» обошлась на 5 миллионов рублей. 2 миллиона – это федеральные деньги, остальные уже там по софинансированию. И районный бюджет вложился, и спонсорские. В прошлом году, буквально за 3 месяца, эта территория была вот построена. Это 2 больших новых здания. Старую школу вот крышу перекрыли. Конечно, вы видите, что здесь еще не все сделано, не все прибрано. Вот что смогли, то и сделали. Физически просто мы никак не успели, чтобы здесь было все шикарно. Я думаю, к следующему приезду здесь уже будет все отлично. И цветы появятся, и новые здания. Очень замыслы большие, вот за этим забором там тоже наша территория. И там тоже еще все мы будем благоустраивать, поэтому добрый путь к культуре Алнашского района. Это все в основном делают мы, работники культуры. Спасибо вам, кто здесь есть, работники культуры. Ну а что я вам хочу пожелать? Чтобы вы сегодня плодотворно поработали, выступили, отдохнули, покушали вкусной каши, пофотографировались, познакомились друг с другом. В добрый путь! Спасибо! Спасибо организаторам, Наталье Ивановне, прежде всего. Она рискнула, потому что это первый раз на этой площадке, я вот так уже говорила. Было много вопросов, успеем, не успеем, но тем не менее, видимо, когда ставится число, конечно, все подтянулись, все собрались, и то, что получилось, пока получилось вот так. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Ну что, наш праздник, наш фестиваль продолжается. И что я хочу вам сказать? Что подавляющее большинство населения Вятского края были земледельцами. В отношении земледелия у удмуртов отмечается, что оно так же, как и у остального населения Вятки, исключительно единственное средство к жизни. Главнейший трудолюбивый хлебопашец ватяки. Земледелие у ватяков есть главный предмет занятий, и надо бы сказать, что в этом отношении они могут служить лучшими образцами трудолюбия. Сейчас я вас попрошу всех развернуться в ту сторону. Вот можете также сесть, встать. Посмотрите, у нас там есть лошадь. Гырыны потон, кижины потон, кидыс потон, геры потон, акашка. Первый весенний праздник, знаменующий начало сева. С
сроки празднования не были строго установлены. Обычно собирался кенеш, совет, и старейшины договаривались о дне выхода в поле. Намечался главный человек, которому оказывали честь вспахать первую борозду. Наш пахарь пашет первую борозду. Пахать обычно начинал уважаемый всеми старик, копчик ее с легкой руки. Пропахав немного, он клал в борозду кусочки от принесенных кушаний, деньги, горбушку хлеба, на нее некрашенное яйцо. Считалось, что это яйцо предназначено матери-земле. Хозяин насыпал в лукошко зерна, туда же клал покрашенные в желтый цвет куриные яйца, которые при севе время от времени бросались вместе с семенами на почву в знак того, чтобы зерна нового урожая уродились такой же величины и цвета. Яйца наперебой расхватывались ребятишками, забегавшими вперед сеятеля. Те, которые набирали больше яиц, считались самыми счастливыми. Если ребятишки часто спотыкались и падали, то это считалось признаком того, что в настоящее лето хлебные колосья будут склоняться под тяжестью своих зерен к земле. После того, как первая лукошка опорожнится, молодежь собиралась у хлебной телеги, а сеятель вторично наполнял зерно лукошка и, обратившись лицом к югу, с хлебом в руках просил Бога дать теплые дожди и обильный урожай. По окончании молитвы раздавал кусочки хлеба и блинов присутствующим, а часть вместе с одним целым яйцом закапывал в землю. В этот день больше не пахали. Жители деревни пожилого возраста ходили из дома в дом, угощаясь, исполняли песни. Пожалуйста, все сюда. Теперь просим повернуться вас. Исполнялись песни о кошках гор. Молодежи в это время были свои развлечения. Они катались по улицам деревни на верховых лошадях, а с закатом солнца собирались для хоровода на площади. Вплоть до начала полевой страды. И наши веселья, дорогие друзья, продолжаются. Начинаются ваши выступления. Мы приглашаем фольклорный ансамбль «Живинка», детская школа искусств села Большая Уча Можгинского района. Пожалуйста, встречаем руководитель Шудегова Надежда Олеговна. Это наши малыши, первоклассники. Ай, пулики, за воронушки, прилетайте к нам в лагерь.
люди дивились. Сад-сад виноград, зеленая роща. Сад-сад виноград, зеленая роща. Так они прощались, крепко обнимались. Сад-сад виноград, зеленая роща. Сад-сад виноград, зеленая роща. Девушки, парни, пойдемте кадриль танцевать. Пойдемте! Берганы, чтобы вы помнили о том, что вы приезжали в Алнашу в 2018 году. Это мы сделали своими руками. Спасибо вам большое! Спасибо, ребята! Ну, а следующие наши участники, фольклорный ансамбль «Смородинка», Поволжская детская школа искусств, руководитель Дементьева Елена Аркадьевна, концертмейстер Коперский Александр Петрович. Встречаем, пожалуйста, друг друга! Thank you.
по мосту была мостечка, да ой, калина моя, ой, малина моя. По калиному часому, да ой, калина моя, ой, малина моя. Калин мостик обломился, да ой, калина моя, ой, малина моя. Серая утка утонула, да ой, калина моя, ой, малина моя. Утонула, унырнула, да ой, калина моя, ой, малина моя. Селезень он тут же плачет, да ой, калина моя, ой, малина моя. Серую утку очень жалко, да ой, калина моя, ой, малина моя. Доски печали мы не знаем, дружно песни запеваем. Как на быстрой речке, на тонкой дощечке, январь, февраль, март, апрель, на тонкой дощечке, январь, февраль, март, апрель, на тонкой дощечке. Девка белье мыла, звонко колотила, январь, февраль, март, апрель, звонко колотила, январь, февраль, март, апрель, звонко колотила. Спасибо большое, что вы к нам приехали. И для вас тоже вот такой у нас красивый диплом Шундыберга, чтобы осталось у вас в памяти. И вот такой подарочек. Спасибо. Он очень похож на вас. Такие же красивые, как и вы. Держите, Лена Аркадьевна. Спасибо большое. Спасибо большое вам. А теперь мы приглашаем еще одних участников, наших малышей. Это у нас ансамбль Учипиос из сельского дома культуры Старо-Юмьинского. Девочки, не стесняемся, проходим уверенно. Встречаем, да, все? Thank you.
Друзья, мы к ним ездили на Масленицу в этом году, да? Ребята, Зарни Бугор. Сиамбаю Сачиос, Вовожский район. Руководитель, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Изатулина Ангелина Петровна, концертмейстер Вальц Елена Петровна. Встречаем! Yeah.
дядька за медпульчок защитил. Зоя Геннадьевна и Даутова Индира Владимировна. У нас приехал целый класс к нам в гости. Пожалуйста, ребята. Чудный
Кану пьет на чечебер диплом Кузьмачко, тау лыктам дыконна и печья кузьим тледлы. Букче, сейчас мы приглашаем коллектив из Асановской общеобразовательной школы, которая называется «Жин-Жин». Встречаем! Руководитель Горячева Татьяна Николаевна. Ирина!
Bye.
дети. Я знаю, что у вас в составе два коллектива. Вот Забаве диплом. Кто из Забавы у вас, ребята? Держите. Это старшая? Младшая? Держите, вот вам. И у нас Калинки диплом. Подходите, ребята, из Калинки диплом. И вот вам такой подарочек тоже, Клон Иван, держите. Спасибо большое вам, ребята, за то, что вообще к нам приехали и занимаетесь таким хорошим делом. Молодцы. Ну и следующие у нас участники. Это у нас коллектив из Чимкуюковской школы. Ансамбль «Шунды пиос». Чеберечнул ёслы кто мидоры, пумитала сосыс. Ой, ночечка есть.
Лесли Кузьмалоя, вождь десен потте. Старше чибер диплом со судочеточком и печи кузьим. Бачте, варсулочкоды. Кузьба джимтал, кукче. Ну и в завершении наших выступлений мы приглашаем наших самых старших участников. Это у нас гости из колледжа культуры, Удмуртского республиканского колледжа культуры, город Ижев. Фольклорный ансамбль «Инву Гур». Встречайте! Руководитель Полякова Надежда Семеновна, концертмейстер Спиридонов Семен Григорьевич. Встречаем аплодисментами, ребята! Щучка, за щучка, балыш, башни, солыш, сын, ты щек, куда я вам?
Ой, жаль, пиши, ты не шаль, пиши,
Science of Speech Day, Mr. Mendel. The VHS speech, который мы знаем. Сколько делали из дерева, потом из глины дает. Из бересты можно. Видите, сейчас попробуем делать. Срезаем 20-30 сантиметров. Нет. Ну не делай, так 45, посадите вон, там мальчик стоит. Ты делаешь? А я Петро садись, дай понизу, как вот это сюда. Мирослав, ты делаешь? Он хочет делать, а мы его место не снимаете. Сиди, сиди, вон, положи. Садись, ты пойдешь. 45, да, 45. Пойдешь. Вот так. Внешний, внутренний. А внутренний каждый по эти воротики должны пройти, зайти. Ну-ка попробуйте. Каждый воротик. Нет, за руки держи. Нет, за руки держи. Все, руки не отпускаем. Во, все, все, все. Руки не отпускаем. Во, во, во. Ну-ка. Не отпускай. Вот там. Где-то здесь тоже. Нет, стоять. Вот здесь можно быть свободно. Отведите сюда на одного. Жидкое. А, маслобойка. Это маслобойка, да, туда наливали сливки, сметану, а потом вот так. Это что такое? А вот это доски разделочные. Вот здесь вот хранили муку, делали тесто, они, видишь, разные-разные бывают. Вот такие они бывают. Сейчас, кстати, бабушки до сих пор этим пользуются. У вас ни у кого не пользуются? Нет. Потому что сейчас еще очень много-много таких. У меня бабушка, да. Делает таких же? Это, видите, это натуральное все, никакой пластмассы, ничего, это дерево. И да, получается вкусно. Даже лишнее. Да, если аппарат не будете делать, да, вспомнится. И почаще макайте, чтобы красиво все получалось. Так, вы тихонечко выйдете. Дальше идем, дальше сушаем. Это у нас, значит, урок математический. Да, математика, но в старину. Это урок называется арифметика. Вот. Ну, конечно, догадались сразу, да? Увидели, потому что, что это? Счеты. Счеты, молодцы. Вот это у нас около доски всегда стояло
стоял напольный, вот такой большой еще. Дальше, значит, были еще вот такой. Значит, такие вот счеты. А у вас на парте счеты поменьше. Кто-то умеет считать на счету? Наблюдай. Поворачивать надо вот, когда эта сторона испечется. Угарь. Это вкусное судьба. Ну и как получается? Получается не как у меня. Так, это